Я з задоволенням хочу представити вам його. Це майстер спорту, чемпіон України, старший тренер з тхеквондо Роман Маслак. Доброго дня. Вітаємо, Роман, тебе у нашій студії. Дякуємо тобі дуже, що ти в таку весняну пору, в такий класний ранок, не пішов кудись побігати, як спортсмен, знаєш. Побігав. Вже побігав? Побігав. Ну все, бачиш. А чому футболка сухає, зовсім не пахне? Отже, ми тобі вдячні, що ти після того, як ти побігав, не пішов відпочивати, не пішов на тренування, а прийшов до нас у студію поділитися своїм настроєм, поділитися цікавою інформацією про цікавий вид спорту. Так. Цікавий вид спорту, але, можливо, наші телеглядачі не всі знають про це бойове мистецтво, тому розкажи про нього більш детально, в чому його особливості. Тхеквондо є одним із самих безпечних видів єдиноборств на Олімпійській арені. В тхеквондо повністю захищено все тіло, починаючи від рук, голеностопа, голені, корпус, голова, там, пах, навіть, ну, і капа, защита, ну, зубов. Действительно, тхеквондо – это один из самых безопасных видов единоборств. Если брать тот же самый бокс или же борьбу, то, ну, как бы, понятно, да. А тхеквондо есть ударный, контактный такой вид спорта, и поэтому нужно стараться по максимуму защитить спортсмена. Потому что один удар с ноги – это, ну, может быть фатальным, то есть конечным. И для этого его решили максимально обезопасить. А скажи, будь ласка, Роман, ось у мене таке питання, а тхеквондо чи тхеквондо? Як правильно? Чи це взагалі різні речі? В англійському язикі написано тхеквондо. По-українськи і по-русски пишеться тхеквондо. Вот. Почему так? Я даже как-то и не задумывался, и даже в гугле не забивал, почему. А, ну, пишется, говорят, ну и ладно. Це як стетхем, знаєш, все казали стетхем, а він насправді стейтем. Це ти порівняла тхеквондо і стетхем. Тхеквондо, тхеквондо, а тут стетхем, стейтем, теж схоже. Так, схоже дуже. Так, ну добре, це бачите, ось Аня, до речі, я знаю. Аня блондинка просто, ні, так? Ні, вона так прикидається блондинка, насправді, Аня, розкажи мені, що ти казала до цього, що, з чого складається? Тхеквондо. Так, що таке тхеквондо? Що тхе – це удар ногою, квон – це удар кулаком, а до – це шлях або мистецтво, так ось перекладається. Тобто, якщо це все поєднати, то вийде шлях… Мистецтво бити рукою і ногою. Ні, шлях ноги та руки. Ну, або шлях ноги та руки. Бойовий шлях ноги та руки. Все правильно. Все. Все, можна на атестацію і на білий пояс атестовуватися. Клас. Ну, вона блондинка, значить, на білий кстати, пояс. Так? Кстати, у нас в апрелі вже атестація буде на пояс. Поэтому два місяці є ще шанси атестовуватися на пояс. Я боюсь, що мене поб'ють чи ні? Ну, давай. Ні. Ну, там захист є на все. А, на там все. Ж, ну, саме безпечне від спорту. На мені можна і не захищати, в принципі. А ось дуже цікаво. Дуже цікаво, ось, якщо для дівчат, Ром, брати ось ці захисти, ну, ось верхньої частини корпусу, вони ж різні, так? Є спеціальна ще защита женська. Жилет тот, в котором мы соревнуемся, он стандартный для всех, как для мужчин, так и для женщин. Но дополнительно для женщин есть такой специальный бандаж, как вот, ну, мужчинам, женский есть, мужской, женский бандаж, ну и, соответственно, женский бандаж для... Там троечка, четверочка, да? Я не знаю, какие там размеры. Дякую. Ну что, будем рухаться далее. Да. Ты тренером и працюешь с детьми, так? Да. З якого віку приходять діти? Я набираю дітей з 5 лет. Є такі діти, які з 4 лет, з 3,5 обходяться абсолютно без родителей, які там при падении, при ударі каком-то не починають плакати, а там тренер подошел, там все нормально, да, типа тренер, все хорошо. Ну все, пойдем быстрее дальше, потому что ты тут упал, сейчас тебя наругают. Он, ой, меня не надо меня ругать, и побежал дальше, короче. Поэтому, ну, я набираю стандарт это с 5 и по, не знаю, самый старший у меня занимается там около 40 лет. Ого. Человек занимается для себя, потому что он в молодости когда-то тренировался, там, ну, карате занимался. А все мы знаем, что там в 80-х запрещено было там вот эти единоборства восточные, там, что у нас был там, самбо и бокс и борьба, по-моему, еще была, вольная или какая-то, я не знаю. Вот. И всем же интересно было там восточными заниматься. Вот он занимался карате, как всегда, все мы знаем, там в подвалах где-то там занимались. В пильной секции, так. Да. И
сейчас ко мне ходит заниматься, тренируется. В группу ему неудобно, потому что он там все в основном молодые, и как бы по физподготовке он немножко отстает, но при этом он ко мне ходит, и мы вдвоем занимаемся, то есть ему очень удобно, ему нравится, и у него, кстати, получается, я говорю, давай там по ветеранам повыступаешь, у нас там есть чемпионаты по ветеранам, где возраст 35+. Я говорю, давай, да, говорит, Ром, мне это не надо, ну, не для себя. Для себя, ну, ладно. А кого больше в сексе, девчат чи хлопцы? Парней, конечно, всегда парней, мужчин больше, потому что, ну, это единоборство, это как взять, не знаю, танцы в основном, да, больше процент там девочек всегда тянется на танцы. Также на единоборство больше мужчин. Но у меня есть девочки, занимаются, не знаю, около 8-10 девочек у меня. 8-10 так, девочек у меня ходит, занимаются из 30. То есть есть девочки, но даже когда, ну, конечно, когда мы облагоустраивали раздевалки, то, ну, конечно, сделали поменьше женскую раздевалку, потому что, ну, девочек всегда меньше ходит. Дякую, зрозуміло. Скажи, будь ласка, які особливості тренувань ось в цьому виді єдиноборств? Скільки разів на тиждень, скільки годин, як часто потрібно займатися, щоб якихось певних результатів? Щоб отримати хороший результат, всегда нужно заниматься, ну, как говорится, больше. Но тоже и много не есть хорошо. У меня ребята занимаются, вот, которые вот, возрастом, да, 12-15 лет, те, которые в сборной области. Кстати, у нас прошел чемпионат области недавно, сейчас чуть позже расскажу. Они занимаются каждый день 6 дней в неделю. По одному разу. В воскресенье у них выходной. Те, кто постарше, я для них всегда рекомендую заниматься 2 раза в день. Даже если вот есть утренняя пробежка, утренняя такая разминка, зарядка, там, да, там, часовая, там, 40-минутная, то это уже плюс, это уже круто. Ну, детей, как правило, ну, там, 12-15 лет тяжело заставить, чтобы они там сами проснулись, утром занимались, тренировались. Родителям, ну, знаете, впадло раньше просыпаться, их будить, да и уже и возраст такой, когда уже сами должны просыпаться, то их тяжело заставить. Но они, зато они каждый день ходят, занимаются. Вот, ну, а те, кто постарше, то, ну, 2 раза в день, это стабильно нужно заниматься, и чтобы был хороший результат. Но только тренировок это мало. Должно быть и питание, и правильный план тренировок, и сон, и вовремя отдых должен быть. Ну, короче, там очень много-много всего. И дополнительное спортивное питание, там витамины, комплексы, там, то есть много всего. Поэтому... А скажи, будь ласка, стосовно самих тренувань, що там, які особливості? Ну, я до того, що як потрібно там загальне фізичне тренування, там саме спарринги, скільки разів відбуваються, як вони проходять? Смотрите, у каждого тренера, ну, є своя підготовка к турніру, к какому-то мероприятию, да, к какому-то событию. У мене ми все время стараемся больше работать в спарринговых тренировках. То есть, особенно дети, которые там, да, 7-8 лет, и вот там года, наверное, до 12, я стараюсь им больше давать на работы на пару, на жилет, на шлем, чтобы они работали, набрасывали все удары. Потому что у них сейчас такой возраст, когда они прицеливаются, выставляют, как говорится, свой прицел. И если они все время будут работать на лапу, то у них и будет прицел там все время на лапу, вот такую маленькую точечку, а жилет он немножко побольше. На лапу, это имеется на увазе, один партнер бере оцю лапу, да, так, да, тримає, да, і, да, відпрацьовує. Да, і відрабатує удари. То є робота і на лапу, і на жилет. Но у мене більший процент тренировок йде на жилет. Соответственно, і там, чим ближе к турниру, ми там більше там на какую-то определенную технику нарабатываем. Вот. Якщо там маленькі діти, то я не вижу смысла їх там учити там 10-20 ударів, коли можна вивчити там 2-3 удари, ідеально їх вивчити, но зато вони будуть знати. Вот. У нас був чемпіонат області, у мене, ну, новичок один виступав, пареньок. Сколько ему, 11, по-моему, лет, да. Так вот, он только занимается, вот, первый год. Я там ему научил там 2-3 удара. Так он этими 2-3 ударами перебивал уже спортсмена, который на чемпионате Украины дрался, там, на международном турнире. То есть перебивал. Родители там второго спортсмена так сильно нервничали, потому что первый раунд малой мой выигрывает там 5-4 со счетом. Эти родители вообще такие в шоке, мои довольны, потому что вот он же только занимается, а тот с кричным поясом, это почти черный. Вот. А того родители уже
ну, переживали, как так, там, новичок у него переигрывает. Ну, конечно, понервничали, вообще катал нервы. Вот, поэтому, действительно, ну, я лучше там выучу его там пару ударов, но он будет хорошо знать, чем там 10 тысяч ударов он будет тренировать по одному разу. А чи якісь заборонені прийоми, от як вам? Да, запрещены удары ниже пояса, соответственно, удары в тхэквондо ВТ, это Всемирная Федерация, Олимпийский вид, запрещены удары руками в голову, броски, соответственно, запрещены, но в аттестационной программе там есть удары руками в голову, и броски, и болевые, и удушающие приемы, то есть много разных. Но, соответственно, на соревнованиях же ногами только в жилет, только в голову, руками только в жилет. Броски запрещены, удары ниже пояса запрещены, захваты болевые, удушающие приемы тоже запрещены. Вот, в принципе, вот. А в мене ще таке, перед тим, як ми поговоримо про чемпіонат області, таке питання до тебе. Як ти ставишся до ММА взагалі? І як ти вважаєш, чи ось спортсмену, тхеквондісту легко буде переналаштуватися на ММА, на змішані ці єдиноборства? Знаєте, такий інтересний вопрос, тому що я сам тренуюсь по ММА. Я виступаю по ММА іноді, вот, коли є можливість. Я ММА почав займатися, мабуть, лет в 16, паралельно з тхеквондо. Тяжело, на самом деле, перестроиться, потому что в тхэквондо у всех там руки внизу опущены в стойке. Тяжело было перестроиться, чтобы держать защиту на голову, держать защиту корпус, знать, что тебе сейчас пройдут в ноги, сделают проход в ноги, сделают бросок, повалят на пол, зная, что тебя сейчас руками будут прилетать в голову. Тяжело перестроиться, но при этом, если ты перестраиваешься, очень классно, можно чувствовать тайминг, ты чувствуешь дистанцию, и потом драться очень легко. Очень легко, мне достаточно просто было и перестроиться, потому что я держал и руки возле головы, и немножко могу бороться. Поэтому мне очень удобно. И, а про ММА достаточно такой жесткий вид спорта. Ну, очень жесткий. Очень. Ну, ты знаешь, есть такая думка, что ось в ММА простейше за все, простейше, комфортнейше за все себе почувствовать там саме борці. Ось, бо вони вже в них така більш близький контакт завжди, і їм там якось, не знаю, ну, це так кажуть, я не професіонал в цьому. Як ти думаєш? Я не знаю. Чесно, я себе чувствую в стойці комфортно, і з борцами, ну, я ударник. І з борцами я достатньо себе комфортно теж можу чувствувати. Потому що, да, якщо ти чувствуєш где-то в себе слабу сторону, її обов'язково потрібно підтягувати. Борці, я дуже ими теж в восторгі, тому що они понимают, они тоже чувствуют, и они знают, что им придет удар в голову, придет удар по ногам, по корпусу. Соответственно, и ударники всегда понимают, что придет удар, проход в ноги, сейчас будет бросок. И мы стараемся всегда чувствовать дистанцию, но при этом всем борьба – это очень круто, это очень классно, мне нравится. Так, ну, поговорим теперь про чемпионат области, который прошел не так давно. Поделись с нами результатами и достижениями. У меня на чемпионате области нашей команды спортивный корпус принимала 6 человек. Новички, там у меня одно третье, два новичка не дошло до медали, совсем там чуточку им хватило. Одно золото и, по-моему, два серебра. Достаточно такой, ну, неплохой результат, при этом, что у меня было три финала. У нас было три финала, два финала мы проиграли, один финал у нас золото. Ну и, соответственно, новичок третий занял. Из области у нас там и Кременчук принимал, еще принимали участие другие города. У нас была открытая область, Харьков, Сумы, Киев, еще какие-то там города, честно, я не помню. Не помню. Но конкуренция была очень большая. Больше 150, а точнее 183 участника собрало чемпионат области. Очень классный турнир был. Прошли, кстати, очень быстро поединки. Мы, наверное, начали в 9:30, хотя планировали в 9 утра, и закончили уже в 6 часов, уже спортсмены все разъехались домой. Это очень быстро. Хорошо, что у нас были соревнования на жилетах, защитных жилетах электронных последнего поколения, потому что предыдущее поколение, они немножко тормозят, где-то ошибку выдает, вот, а нового поколения уже и
быстрее работать. И самое главное то, что есть люди, которые помогают нашему развитию спорта, выделяют, там, помогают финансами. И мы сейчас закупили один комплект электронного оборудования, а он стоит больших денег. Всего лишь каких-то там. Ром, ще таке питання. Скоро буде відбуватися чемпіонат України з тхеквондо. Де і коли це буде проходити? І як проходить підготовка? Чи ви будете там приймати участь? Да, мої спортсмени будуть приймати участь. Це три чоловіка, які там два вторих і одне золото зайняли на області. Соответственно, у нас должно бути фінансування на цей чемпіонат України. І я уверен, оно буде. Дальше область буде проходити, чемпіонат України буде проходити в Харкові. В датах, по-моему, с 15 по 22. Там будет чемпионат Украины по всем возрастным категориям, начиная от юношей, это 2008, по-моему, 2009 год, и заканчивая самыми взрослыми, там, уже 90-х годов. Поэтому там чемпионат Украины марафоном будет. Но сейчас все в таком переживании, что из-за, все мы знаем, какого вируса. Может заборонить массовые паника, запады. Паника, у всех паника. Хотя в каких-то там странах запретили спортивные мероприятия, но люди дают концерты. В каких-то даже странах и были такие мероприятия. Поэтому за чемпионат Украины все такие, знаете, в переживании. Особенно Западная Украина, потому что у них билеты. И, не знаю, сдавать, не сдавать, а покупать, знаете, там, со Львова в Харьков билеты, это тоже сложно. Так. К тому же выходные. Ну, будем сподеваться, что все будет добре, ніякий вірус нас не подолає. Ну, подготовка у нас идет, и поэтому мы не сдаемся. Так, еще про один захід хочется поговорити. 4 квітня відбудеться великий турнір з тхеквондо в Полтаві за підтримки Міністерства культури, молоді та спорту. Міністерство спорту, вже нова організація. Вже нова організація. Да, новий комітет. Культури, молоді та спорту вже розформували, чи що, за ці дні? Да. Запустили Кабінет міністрів і розформували. Була така реформа, наскільки я знаю, і зараз створили окремий комітет Міністерства спорту. Все є. І зараз новий вже міністр, і повинні були підписати от цей чемпіонат України в міністерстві. Ще, ну, не знаю, підписали, не підписали, ну, теж був такий питання. Але планується 4-го квітня? Так, от, по-моєму, навіть вчора було засідання, ну, я так, ну, я не уследив, підписали, не підписали чемпіонат України, але у нас наш турнір в Полтаві Кубок чемпіонів 4 апреля буде, і, по-моєму, вже повинні були підписати його регламент. Де буде проходити? В якому залі, от, я навіть як-то і не знаю, по-моєму, мабуть, в МВД «Динамо» буде в Полтаві проходити. По-моєму, или же в на стеклозаводі на ПЗМС. Там. От я не помню, в якому із них, тому що ми і там проводимо соревнования. Спасибо людям, що є така можливість нас проводити в кращих залах Полтави. Ну, от, ми і там будемо проводити. Я думаю, додаткова інформація з'явиться, ти розмістиш її на своїй сторінці у Фейсбуці, і всі, хто забажає відвідати цей турнір, зможуть побачити, де це і коли буде проходити, і, звісно, долучитися. Друзі, ну що ж, в нас у гостях був старший тренер, чемпіон України з тхеквондо Роман Маслак. Роман, у нас, як завжди, є така традиція, ми надаємо можливість нашим гостям звертатися до глядачів, щось їм побажати від себе, якісь натхненні слова сказати, або просто роби, що хочеш. Будь ласка, на всю камеру. Так, еще раз, ребят, всем доброе утро. Занимайтесь спортом, не ленитесь делать с утра зарядку. И, пожалуйста, по возможности ходите на тренировки. Ходите на тренировки, хотя бы физкультура, потому что спорт, серьезный спорт, это постоянные травмы. А физкультура – это здоровье. Поэтому для здоровья рекомендую всем заниматься спортом, придерживаться правильного питания и режим дня. Режим дня, сон – вот это самое главное. Всем хорошего дня.